Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манохара Ванча калпатару ващаки пасинд бевача патитанам павуне бхавишнаве бхё намо намаха мукам кароти бачалам пангум ланхайте гирим ятки патам ханг банде параманандамадвам биндавай тулсиде байпиявай кешвасвача Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасвати вясам тато жайо мудире Шанкитане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасанича Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакху Джагод Бараньо Дхайям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Титас Падам Сива Виренчанатам Сараньям Битатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада паллаванака чандамани чатая Виспуриджита кимапикапавадушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Шарадхикамай катанкипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Аджануламбита Бхужау Канука Абудату Санкитанай Кавитару Камала Йотакшо Вишамбару Дижабару Джугадхар Бапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманамга Мадапухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасасте Хиде Самбид Вам Нисингамахам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам,
Рам Рам Хари Гауранга Ика Гатир Баджаситамати Си Гаура Дхама Стити Сасасва Ика Витире Кушанга Вирати Дусто Ветхани Скрити Си Рупа Ика Рати Шанатана Нати Си Дживате Йосути Си Сиддханта Сарасвати Виджаяте Гаурия Гости Пати Си Сиддханта Сарасвати Виджаяте Гаурия Гости Пати Гаурия Гости Пати Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада said that you all go. Шрила Прабхупад сказал, что вы все идите и проповедуйте послание Рупы и Рагунатхи с великим вдохновением, с энтузиазмом, и вы громко должны проповедовать о Рупе Рагунатхи. Я знаю, большинство людей этого мира, они не заинтересованы в достижении той абсолютной истины. Они не хотят слушать, но это наша обязанность ходить по миру с корзиной абсолютной истины на голове, поскольку кто знает, кто, где находится, в какой части мира, и кто, у кого есть желание узнать об этой абсолютной истине, и это наша обязанность, и поэтому вы все должны проповедовать о Рупе Рагунатхе с великим энтузиазмом, громко. Вы должны проповедовать о послании Рупы Рагунатхи. Я знаю, большинство людей этого мира, они не заинтересованы слушать эту абсолютную истину, но все же это наша обязанность ходить по всему миру с корзиной абсолютной истины на голове. Кто знает, кто где находится, может, он заинтересован в том, чтобы узнать об этой абсолютной истине. И поэтому это наша обязанность, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, он дал указание своим преданным, чтобы они проповедовали, вещали о том, что он сказал. Махапрабху сказал, идите и говорите о том, проповедуйте то, что я сказал, мои наставления вы должны распространить. И это обязанность Сарасват Гауди Вайшнав, они должны проповедовать и совершать баджан, поскольку их проповедь — это их тоже баджан. И вот в тот день я говорил из Чайтаньи Чаритамриты, что об этой шлоке «Кай Мона Вакья, Кали Удвиг На Дибе» в Чайтаньи Чаритамрите говорится, что умом, телом и речью мы не должны беспокоить никого. Но Шрила Прабхупад говорит, если мы будем злоупотреблять, прикрываться этой шлокой, with the undue advantage of this loka, we should not stop speaking about that absolute truth. Мы не должны прекращать говорить об абсолютной истине, прикрываясь этой шлокой, поскольку если мы прекратим говорить об абсолютной истине абсолютным образом, значит, как говорить абсолютно? Это значит, что наши слова должны быть подкреплены нашим поведением. Мы должны следовать тому, о чем мы говорим. Если мы изменим Сиддханту Шримана Махапрабху или Шрила Прабхупада или Бхактину Такура, то это будет оскорбительно. У нас нет права изменять их Сиддханту, поскольку полуправда, она не правда. Я говорил уже, что полуправда, она хуже, чем ложь. И вот Шрила Прабхупад говорит,
one kind of jivhinsa. There is many kind of jivhinsa. Есть много дживахимсы. There is many kind of jivhinsa, but it is one kind of jivhinsa, vital jivhinsa. Одна из главных дживахимс — это не говорить об абсолютной истине, об абсолютной истине абсолютным образом. Кто-то ждет, чтобы услышать что-либо об абсолютной истине, чтобы они смогли изменить свои жизни, но кто-то, прикрываясь репутацией гуру Вайшнава и Бхагавана, они используют это для обретения славы, почести и уважения. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что те, кто проповедует под именем Шри Чайтанья Вани, но Шрила Прабхупад говорит, что те, кто проповедуют только для того, чтобы собрать славу, почести и уважение, и используют все это для своих собственных эгоистических принципов, то в этом случае, и вот он просит, чтобы Верховный Господь благословил его, чтобы ему, чтобы он никогда не видел лица таких людей в своей жизни. И мы все мы должны посвящать лотосным стопам гуру Вайшнавов и Бхагавана, и мы не должны ничего оставлять себе. Много раз я говорил, и сегодня также я буду говорить об особых наставлениях для Гауди, особенно те, кто отправляются на Запад для проповеди. И вот Шрила Прабхупад сказал, те, кто использует лапху, пуджу и пратишту для своих собственных корыстных интересов, и те, кто не посвящает все Бхагавану, Верховному Господу, то в Расамрита Синдху можно такие слова найти, лабдва парнам. Это значит, что все, что вы получаете, вы должны все отдать своему Гурдеву, все должны посвятить ему. Если вы не следуете этому, то вот есть пример из Упанишад про Упаманью. Настоящий ученик, у него нет права оставлять что-либо для себя. That is the vital point. Это главное. Now, I can go back to the point. И вот сейчас я могу вернусь к тому, что я хотел обсудить, что Кая Моновакья Кара Удвиг Надибе. Если я вот прикрываясь этой шлокой, прекращаю говорить об абсолютной истине, то это зовется дживахимса. Есть много видов дживахимсы. И только Шрила Прабхупада, он может говорить так. И никого подобного Шрила Прабхупада мы не можем найти. Кто-то думает, что физическая боль или умственная причиненная какой-то дживе, то это дживахимса. Но нет, физическое насилие, оно, конечно, дживахимса, но относительно тела и материального ума. Но если кто-то совершает дживахимсу в отношении истинного «я», дживатма, если он не говорит об абсолютной истине и и вот если кто-то говорит какую-то полуправду, скрывает абсолютную истину, то это дживахимса гораздо более опасно. Если мы будем этим заниматься под именем проповеди, то тогда мы будем наказаны Шри Чайтанья Махапрабху. На самом деле мы не заинтересованы слушать какую-то сухую философию, кому это нужно. Мы хотим слушать
о прямом чувстве, которое вы получили от Гурудева, от Шрилы Прабхупады, от Бхактивинода Такура. Мы хотим услышать об этом чувстве, о вашем прямом чувстве севы. И вот это подобно дживахимсе. Если мы не будем говорить абсолютным образом об абсолюте, и вот в тот день я говорил о том, кто такой проповедник, все участники Гаудия Мадха, они прямо или косвенно, они все проповедники. Вы можете подумать, что Рупа Санатана и все прочие спутники Махапрабху далеко, не все из них, они куда-то ездили на проповедь, но главное, о чем я говорил, некоторые забыли. Шрила Прабхупад говорил, что утвердиться в Ачароне, Адарше, то есть и в учении Шримана Махапрабху это настоящее качество проповедника, то есть он должен говорить, следовать тому, что говорит идеально, причем и те, кто утвердились в Ачаре, в Адарше, Шримана Махапрабху, они есть настоящие проповедники, и вот Рупа Санатана, Бхатта Рагхунатх, Джива Госвами Пад, они все лучшие из проповедников, и вот, может, вы не видите, что они проповедники. They didn't take trouble to go to foreign country anyway. No. But that was. Они, может, не ездили по западным странам, но их проповедь была великолепна, и она также была медленна, но вечна. То есть их последствия, их проповеди можно видеть до сих пор, хотя уже 500 лет прошло. Они писали книги, а книги это Брихат Мриданга. Подобно тому, они были подобны Мриданге Махапрабху, звуки, которые слышали, распространялись по всему миру. Наши гаудия преданные, они подобные таким мридангам, Шичитания Махапрабху. И вот это наша обязанность находиться под лотосными стопами Гуру Падмы, Садгуру и проповедовать. И такая проповедь, она подобна звукам мриданги. Кто может играть на мриданге? Только те, кто предались Гурудеву и Верховному Господу. И по их милости Харикатха, она может так распространиться. И таким образом по всему миру проповедь может совершаться таким идеальным образом. И вот Рупа Санатан, Бхатта Рагхунатх, их проповедь, она позитивна, и их процедура проповеди, она настолько прекрасна, что до сегодняшнего дня мы можем видеть последствия их проповеди. И мы вечно благодарны лотосным стопам такой Гурварги. И вот и те, кто проповедует под руководством Гурварги, и вот те, кто воплощает учение Шримана Махапрабху в жизнь, и также я могу, хочу напомнить вам, что вот в прошлый день я говорил, что до тех пор, пока шаранагати нет абсолютного шаранагати лотосным стопам Шримана Махапрабху, то такой человек, не предавшись Господу, не может говорить о нем идеально. Совершенно. И вот Шрила Прабхупад говорит перед всеми гаудиями, in front of Gaudiya devotees, especially those who are going to preach in foreign countries and different places, those who are going to preach. Для них Шрила Прабхупад говорит, дает особое наставление. И вот. So we are going to discuss this point very minutely with full attention. So you see, actually,
И вот все наставления, все учения Махапрабху дал, который нам дал, это Анга. Анга, you know, Анга. Санго пангасту паршадам, you know, this лока from Бхагаватам. So, и вот что такое Анга? Анга. This Anga, actually, this is Anga, когда Шри Чайтанья Махапрабху его слова, как в Бхагаватам, когда Сукадев Госвами говорил Сакшат Кришна Эвахи, Шримад Бхагаватам Махапурана, это сам Сакшат Кришна, никто иной, как Кришна. И вот в трансцендентном мире трансцендентный звук и вот трансцендентный звук, он не отличен от объекта, которого он обозначает. И вот Кришна — это слово, если это трансцендентное слово, исходящее из моих уст, то так сам Кришна, он присутствует в этом звуке. И Шукадев Госвами хотел сказать, что он сказал перед Парикшитом, что Шримад Бхагаватам, вот с этого шлока Сакшат Кришна Эвахи, что Шримад Бхагаватам, она не отлична от Кришны, она не что иное, как Кришна, но также есть такая сиддханта, Кришна Паривартита. Что это значит, что Кришна сейчас явился в форме Шабда Брахмы, но хотя мы знаем, что Шабда Брахма Кришна, Шабдо, Брахма, Кришна and Кришна. И вот мы знаем, что они не отличны друг от друга. Мы должны запомнить эту сиддханту. И вот из Шримад Бхагаватам Махапурана, из 11 песни, мы находим. Кришна Варнам Тишао Кришнам Санга Пангастапар Шадам Jagvair Sankirtana Prayar Jajantihi Shumedhasa Krishna Varnam Tishao Krishnam Sangu Pangasta Parshadam Yagvai Sankirtana Prayar Jajantihi Shumedhasa. I'm not going to discuss details, but I'm going to say, буду говорить в деталях, но то скажу, что такое Санга, что такое Анга. Шри Чайтанья Махапрабху и его наставления, они не отличны от него самого. И вот Шрила Прабхупад говорит, что учение и трансцендентные качества Шримана Махапрабху, его Вани Сварупа, его учение, его то учение, которое он принес в этот мир, оно не отлично от Шри Чайтанья Махапрабху и можно относиться к ней как его сварупе. Вот Шрила Прабхупада говорит, что это Анга Махапрабху. И вот время от времени из Чайтанья Бхагаваты можно вспомнить такой стих «Каликала Намарупа Кришна Аватар». И в любой йоге Бхагаван и его слова не отличны друг от друга. И вот то учение, которое принес Шриман Махапрабху, это его Анга, это его такой, он в его учении. И время от времени те, кто проповедует Гауравани, они являются его ангой, то есть частью Шримана Махапрабху. И вот те преданные, которые проповедуют Гауравани всем сердцем, можно считать его упангами. А учение Шримана Махапрабху Гоура Сундара, оно подобно астре, оружию. И вот Махапрабху говорит, все трансцендентно, но когда мы поймем учение Шримана Махапрабху, почему он делает то или то, то мы поймем, что его учение, оно подобно астре, оружию, поскольку в этой аватаре Махапрабху никакого оружия не использует, чтобы изменить сердца других. Даже когда Шри Чайтанья Махапрабху хотел
убить Джагая Мадхая, то Нитянанда Адигуру, он взмолился лотосным стопам Говасундра: «О Господь, ты решил, что в этой лиле ты не будешь пользоваться никаким оружием, о Господь. Пожалуйста, остановись». И поскольку Господь, он хотел призвать Сударшан Чакру на помощь, и но Джагай Мадха увидели, что Сударшан уже пришел. И вот учение, суть учения Шигора Сундра. И вот, то есть это имеется в виду, то есть это учение, оно и есть астра, оно и есть оружие. И с помощью этого наша Гурварга, они уничтожали невежество в наших сердцах. Невежество — это главная причина споров и борьбы с кем-то. Кто может доказать, что у нас в сердце нет невежества, если у нас его нет, то зачем мы спорим друг с другом? Вы видели жизнь Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Кешава Госвами Махараджа, их проповедь, она гармонична, в них нет никакого неудовлетворения. Конечно, может, они могут думать, что они недостаточно служения совершают, что хотят Кришну обрести, но вот это желание больше севы или достижения каких-то духовных целей, это не относится к неудовлетворению. Это другое, оно такое чувство, но приветствуется на нашем пути. Это один из видов випраламхи в Гаудия Бхаджане. И вот если есть какая-то материальная неудовлетворенность, стремление к лабхе, пуджи, пратишти, и из-за этого люди, они борются друг с другом. Those were the parshad of Mahaprabhu. A parshad of Mahaprabhu at the same time. А еще какие-то люди могут говорить, что наша Гурварга, она тоже иногда, то есть они все спутники Шримана Махапрабху, и в то же самое время спутники Шрилы Прабхупады. Я вот говорю о них, если они спорят друг с другом, то это полностью отлично от каких-то материальных споров. И Шрила Прабхупад говорил, что если любовь и какая-то борьба, они происходят ради высшей единой цели, то они приветствуются на нашем пути. Actually, Radharani's group and Chandravali group always fighting with each other, but their fighting is different type of fighting, not material fighting. Вот, they like to serve more and more, more and more. Есть Радхарани и Чандравали, и вот они постоянно спорят друг с другом, и какая-то борьба происходит. Но это борьба ради Кришны, чтобы служить ему лучше и лучше. So Guru Das, if you can think that I'm Guru Das. И вот и такие споры, они приветствуются на нашем пути. Если кто-то думает о себе как о Гуру Даси, как о слуге Гуру и Вайшнавов, как Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал наивысшее определение этого чувства. Through Siddhanta Vichar, through strong Siddhanta, we are going to stop other parties speaking all rubbish. We cannot allow them to speak. This is called actually Guru Bhanugatva. This is called actually actual preaching procedure. The actual preaching procedure. So, this kind of mood is not bad. In Aprakita Dham, our Guru Bhargava sometimes fight with vitamin Aprakita, like we know. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj going to в Апракрита Даме нет такого настроения наш Гурудев, как Шрила Бхактивинода Мадхава Госвами Махарадж. Он incident happened. I am not going to discuss all in details, but actually the mood of
Как, вот смотрите, когда он получил место явления Шрилы Прабхупады, много чего случилось в процессе, но так или иначе, смотрите, его настроение Шрилы Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа было таково, чтобы он делал это для служения, он получил эту землю не ради какого-то соревнования или жадность или еще что-то, а получил для того, чтобы совершать севу. И какая-то гурва, кто-то из гурваги говорит, что Шрила Прабхупад не дал наставления, чтобы получить место его явления, но Шрила Мадхава Госвами Махарадж сделал это сам, и он достиг успеха, поскольку сердцем он хотел, он всем сердцем хотел возродить место явления Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. И вот сейчас весь мир, у нас есть возможность посещать это место, воспевать его славу, это особая его милость. И вот иногда какие-то споры внешние среди гурваги происходят, но мы не можем сравнивать их с какими-то материальными случаями. И вот и вот если любовь или какие-то споры совершаются ради Харибаджана, то это приветствуется. И вот сейчас возвращаюсь к изначальной теме. И вот в эту Кали-югу это Сиддханта таково, что в эту Кали-югу и вот в эту Кали-югу Санкиртан это все и вся для нас. И вот мы должны So already I discussed that the teachings of Sri Gaura Sundara is one kind of weapon. Как нужно поклоняться Санкиртанапити Гора Сундару, и чтобы показать нам точный путь поклонения Гора Сундару. Вот так написано это шлока. Be careful. And those who are totally established in Gaurabani, те, кто по-настоящему разумны, они будут следовать этой процедуре без Вани Севы или другой Севы в эту Кали-югу. Другая Сева, она несовершенна, то есть вместе с Вани Севы должен совершаться, поскольку много осквернений, бесчисленных каких-то несовершенств. Например, мы поклоняемся какими-то материальными вещами или еще что-то, но все же, если вот, то есть из-за этого как какие-то осквернения возникают. И вот Шрила Прабхупад говорит: «О, друзья, у меня есть просьба к вам. То, что я обрел от моей гурваги, от Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа, от Бхактивинода Такура. И вот Шрила Прабхупад, Гаудия Гошипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что я получил особое учение от моего Гурудева, от Парамахамса Ачарьи Шрила Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа, мой Господь, хотел дать мне какое-то особое учение. И я хочу обсудить какие-то темы оттуда. И вот Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж был олицетворением вот этой третьей шлоки Шикшаштаки. И вот мои друзья, я был привлечен его личности, его великолепием, его чувством. И вот мой Гурупад Падма, он смог привлечь меня этими четырьмя особыми качествами. Первое — это Тринада Писунич,
И второе, если мы сможем... I'm going to discuss some vital points. So, my Guru Pad Padma Srila Gaura Kishora Babaji Maharaj was a living embodiment of the Sloka. И вот если мы посмотрим на Вселенную, на космос, то мы в сравнении с ними настолько незначительны, настолько малы, и также если мы увидим себя в сравнении с Гуру Вайшнавами, то мы поймем свою незначительность. И вот западные философы, как Эйнштейн и Кант, они описывали, что когда они смотрели на небо, то мы были очарованы, видя эту бесконечность, и думали, насколько же мы незначительны в сравнении с этим космосом. И также в этом материальном мире мы находим каких-то смиренных людей и ну, какие-то проявления смирения. Но мы должны знать, что да, это материальное, но кто сможет показать, что мы нематериальные, и поэтому не должны ненавидеть никого. Мы должны выражать почтение всем людям в соответствии с их положением, как, например, эта королева Виктория, она наказала своего сына так же, как обычного гражданина, и это очень замечательно с ее стороны, это достойно уважения. Мы должны знать, как себя вести. Она была действительно беспристрастна. А проблема, что сейчас даже это уровня беспристрастности далеко не каждый может достичь. И вот когда Эйнштейн думал о своем положении, кто он. И когда Эйнштейн был приглашен этой царицей, королевой Элизабет, то пошел туда, но когда дошел до этого дворца, эти стражники не позволили ему войти. Он попросил передать королеве, что она вот пригласила его, и вот он пришел. Вот они сказали, что Эйнштейн пришел, и она была рада, и она побежала встречать его к воротам и спросила, почему вы здесь, как ну, вы позвали меня, вот я тут, да я знаю, я вас позвали, но мы процессию за вами отправили, чтобы они вас привезли таким пышным образом. А этот Эйнштейн сказал, что я очень маленький человек и не ожидал такого жеста от вас. Я очень малый, поэтому не ожидал таких почестей. Вы смотрите, как он смирен был, и вот так же он много пожертвований не давал. Но забывал. Иногда кому-то человек выпишет, положит книгу, и через полгода находится. И вот мы должны помнить, вот в нашем, в моем детстве, мы изучали такие истории, что смирение – это оно очень прекрасно, но мы почти мы должны следовать, когда с такого рубе санатания. Но что я хочу сказать, что даже если в материальном мире есть такие смиренные люди, то мы, находясь на пути баджана, почему мы не можем даже подобные качества проявлять? Вот Шрила Прабхупада сказал, что Будда был живым олицетворением написанной шлоки. И действительно так, мой Гурудев был успешен в привлечении меня, показав мне четыре своих качества
Тринада Каттаги, как Тринада Пис, смирение всем Кавинка. И вот когда Галки Шодас Бабаса Махарадж справил свое настроение, он написал, то ли сказал кому-то, что нужно привязать веревку, к ноге, протащить его по всей даме и потом как собаку кинуть в Гангу. И вот такое завещание он составил. Смирение надо должно быть с ним, если какие-то люди лицемерно показывают смирение, то ничего хорошего нет в этом. То есть если кто-то на людях ведет себя смиренно, когда никто не видит совершенно таким образом, то это лицемерие и ничего хорошего в этом нет. Tie one rope in my leg and pull. Мы должны вести себя одинаково, совершать такой же баджану, вне зависимости от того, в одиночестве или на людях. It is not actually Kapadbhav. We are going to show Kapadbhav. Bancha Kalpataruja Dandavad Maharaj. We are Kapat. We are actually Kapat. So we cannot get any result. И вот Шрила Прабхупада говорит, что у моего Гурупадпадмы эти качества не были явлены во всей своей полноте. Он был более терпелив, чем дерево, и более смирен, чем травинка. All same rules and regulations, same siddhanta, same vichar, same etiquette, same bhajan we should do. Not that I can open an exhibition of acharan in front of you as to get a big donation from you. And when I'm going backside, then I'm going to, you know, follow my negative rules and regulations. What I'm habituated. It's not so. Prabhupada speaking. Не как не терпеливее, чем дерево, а терпеливый более, чем дерево. И вот есть случай с Харидас Такуром. Явана, они его били на 22 базарных площадях. И вот за что его били? За то, что он Харинам повторял. Но все же. После этого Харидас Такур, он молился Верховному Господу: «О Господь, пожалуйста, помоги им, спаси их, не нужно их наказывать, они не знают, что делают, и, пожалуйста, прости их». И даже после того, как его увезли на 22 базарных площадях, Харидас Такур еще не умирал, и эти яваны сказали, что ты не умираешь, а царь наш накажет из-за того, что ты не умираешь. И Харидас Такур сказал: «Хорошо, тогда я умру». И тогда Харидас Такур сказал: ну, то есть, если из-за меня вот вы будете страдать, то я не могу этого позволить. Вот смотрите, я вот уже умер. И вот Харидас Такур взяли, выкинули в Гангу. И тогда Харидас Такур, он уплыл куда-то по течению, пришел в Шантипур, и, ну, там уже другой случай случился. And even и вот, when after beating at 22 different markets, when Haridas Thakur not going to die, then the Javan, they are speaking, you are not going to die. Then the king can give us big punishment because you are not die. Haridas Thakur, okay, this is the point. Okay, you see, I am going to die. Then Haridas Thakur, в жизни Харидас Такура мы можем найти, что преданный может быть не просто терпелив, как дерево, а более терпелив, чем дерево. Амани значит, что никогда не стремится к никакому почету. Как мы знаем об этом? After that incident is separate. I don't like to. Мы можем проверить, как есть, какие-то саду, например, они совершенно не заинтересованы принимать никакого почтения ни от кого. Но если это случается, иногда он все это передает Гурупадпадме, и таким образом они используют всю лапху Куджу Пратиштху для
служение Верховному Господу Шри Чайтанья Махапрабху. И вот амани – это тоже прекрасное качество. И вот проповедник, он должен быть беспристрастен и… How you can know? How you can know? If you have your capacity, you can test. You can test. Если проповедник стремится к деньгам, славе или почестям, то таким людям нужно проповедовать, они недостойны. Только те, кто беспристрастны, не стремятся ни к чему такому, то они только они достойны говорить Хари Катху. For the seva of the Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu. So amani, it is one kind of very nice quality. И вот четвертое манот, амани на манот, выражать почтение, должное почтение другим. И вот эти четыре качества Шрилы Прабхупада говорил, что Гурудев, он прилег меня этими четырьмя качествами, вот видя его эти уникальные качества, в абсолютной полноте проявленные в его жизни, в практической форме. И каково же заключение Шрила Прабхупад говорит, что мой Гурупад Падма, он всегда совершал санкиртан без прерывно. И вот под руководством этих четырех качеств Инанда Бисуни читал и Васатишнана Амани Манод, эти четыре качества, которые дживатма должны иметь, чтобы быть достойны воспевать Хари все время. И это настоящая дхарма дживатмы. Это настоящая дхарма дживатмы. И вот Гурупад Падма, он был живым олицетворением этой шлоки. И я был привлечен Гурупад Падмой таким образом. Я прошу вас всех, друзья, это успешная процедура, она одобрена, доказана, через которую мы можем, через которую мой Гурудев был, смог привлечь меня, и я прошу вас, всех моих друзей, я имею в виду Банду Варгу, чтобы следовать этой процедуре. Пожалуйста, следуйте этому, и вы достигнете успеха на пути проповеди или баджане. Проповедь – это тоже баджан. И вот Шрила Прабхупад говорит, наш предыдущий гуру Прабхудананда Сарасвати Пад, можно вспомнить, какое смирение практически он явил. И вот мы можем вспомнить это. Что такое проповедь? Проповедь не значит лицемерие и лесть в адрес каких-то людей, если мы зависим от них. Нет, это не проповедь, а какая-то коммерция. И вот Шрила Прабхупад говорит, проповедь невозможна. Предатели не могут проповедовать. So, Prabhupada speaking, our previous guru, Prabhudananda Saraswati, you can remember how humble attitude shown by him, practically. Своим примером явить идеальный пример, и тогда другие, видя нас, они вдохновятся и смогут получить вдохновение на проповедь нам. Вдохновятся и смогут не подражать, а вот следовать нам. Кто-то может вдохновиться
нашим примером и следовать ему. Actually, Prabhupada speaking, the preaching actually not possible by threatening. If I threat you, hey, you do bhajan, this is not a procedure. This way I cannot engage anybody in bhajan. Rather, if I myself doing bhajan, вот Махарадж также говорил, что какие-то преданные, какие-то люди, у них могут быть какие-то особые качества, достоинства, может они гениальные, и вот гениальные люди свою гениальность могут показать, они могут с помощью этой гениальности делать что-то хорошее, но будьте осторожны, такие гении и гениальные преданные, это разное. Может быть, какие-то гениальные преданные, у них какая-то особенность, какие-то особые качества могут быть. Может, мы не находим такие качества внутри преданных, но гении, гениальные преданные, их, some people or some devotee can have some exceptional quality. Ну, в общем, не должны путать гениальность с преданностью. И вот это Пратибха на бенгали и санскрите. Baba, they can show, they can express their genius attitude. They can do something which is very excellent in this material planet. В общем, гениальность и бхакти — это различные вещи. Может, вы найдете какого-то гениального человека, но который может делать много вещей разных, но с преданностью этого связи никакой не имеет. Какие-то гениальные качества — это не признак проповедника. И вот сейчас я открою вам секрет из Шрилы Прабхупады. Он говорит, вы должны помнить, не только помнить, вы должны распространять эту харикатху, чтобы спасти весь мир от обмана. И вот таким образом Шрила Прабхупад говорит, наша предыдущая гурага Прабхупада Сарасвати Пад, он был настолько смирен, и он, как он проповедовал, он молился всем людям, чтобы они совершали харибаджану вот такими словами. So you can make confusion. Oh, Maharaj, he can do this. He is a great preacher. No, that is not the symptom of a preacher. I can go on speaking. What is the advice of Prabhupada? So now I am going to unveil the mystery. You know. So Prabhupada speaking one by one. You can, and you must remember. You must remember. Not only remember. You must share this Harikatha so that you can save the whole world from cheating. So this way actually, Prabhupada speaking, our previous Guru Bhargava, one of our previous Guru Bhargava, Prabhupadananda Saraswati Goswami Pad, he was so humble. He is preaching in front of us. What he is preaching? He is praying in front of all common people to do Hari Bhajan. И это такая смиренная молитва великим Прабхупадананда Сарасвати Падам. Он говорит, что я молю вас, лежа в поклоне и зажав травинку между зубов и совсем от всего сердца, я молю вас, пожалуйста, прекратите стремление к каким-то материальным наслаждениям, а попытайтесь обрести блага из лотосных стоп Шри Чайтанья Чарана, и тогда вы почувствуете, осознаете, что самая высшая цель в этой жизни — это лотосные стопы Шримана Махапрабху. Я уже говорил, Please stop all your jugglery.
Гурудев может сделать, Гурудев может явить совершенный идеализм, совершенное смирение нам, и мы привлечемся его личностью. Where you can feel the most attractive goal in your life is Chaitanya Charan. Материалисты, они думают, я вот слышал от какого-то бестолкового человека, он лет 45 уже в Гауди Матхе живет, и сказал мне, не сейчас это было, давно достаточно, и сказал, что моя жизнь в Гауди Матхе испорчена. А я спросил, как же, и он даже не может, этот человек, этот человек не может даже произнести спойл, то есть испорчен, он койл говорил. И вот, и если я вам покажу, каковы качества настоящего Гаудия, преданного, они великолепны. Бывают еще такие бесполезные люди, приходят в Гауди Матхи и оскверняют его, но как мы можем показать им, каковы качества Гаудия, настоящего Гаудия, мы не можем понять, поскольку мы сконфужены, мы видим столько материальных вещей в этом мире, какие-то люди туда-сюда ходят, какое-то материальное изобилие, которое есть в Гауди Матхе для проповеди Шри Чайтанья Махапрабху. Завтра я буду говорить уникальной техники этого уникального ачарьи. И вот с появлением уникальной ачарьи от Шрилы Прабхупады все другие ачарьи, они оказались незначительными в сравнении с ним. И вот смотрите, Прабхупада Сарасвати потом молится всем людям, смотрите. И вот он со смирением, буквально плача, он говорит, оставьте все, посмотрите на великолепие лотосных стоп Горанги. Если вы увидите хотя бы тень величия лотосных стоп Шримана Махапрабху, то вы уже не будете привлечены ничем иным. И вот наставление, одно из наставлений Шрилы Прабхупады, чтобы мы освободились от влечения или отвращения к чему-либо в этом материальном мире. И вот до тех пор, пока мой Прабхупад Падма, он не явит нам великолепие, свое великолепие, то как мы привлечемся им, а сейчас, к сожалению, не проповедь, а какая-то агитация происходит. А что такое настоящая проповедь? Если мы достигли успеха в проповеди, ну, смотрите, проповедь сначала она должна совершаться себе самому. Если мы кому-то проповедуем, try to get free from any attraction or repulsion of this material world. It is the first advice. So, until and unless my Guru Pad Padmo can see the excellency of his, говорит, я привожу пример Шрилы Прабхупады, поскольку вся тема о Шриле Прабхупаде, и я каждый вдох, должен произнести его имя. Я не хочу знать ничего, кроме Шрилы Прабхупады. И вот Шрила Прабхупада сказал, что когда Бхактина Такура дал мне наставление, чтобы я пошел и получил даршан этого Парамахамсы и принял его как гуру. Вот смотрите на это великолепие Шрилы Бхактивинода Тхакура, Гора Прасад. Но все же Бхактивинода Тхакура не давал посвящения Шриле Прабхупаде. Хотя Бхактивинода Тхакура дал ему харинам, но все остальное нет. Бхактивинода Тхакура, он нейтрален и беспристрастен. Он сказал, чтобы Шрила Прабхупада пошел и получил даршан этого Парамахамсы и принял его как гуру в своей жизни. И Шрила Прабхупада, он говорит по наставлению Бхактивинода Тхакура,
really so. So, Baba speaking, when Васила Бхактивинода Тхакур gave me instruction, go and take darshan of this Парамхамса and accept him as your guru. Ведет себя так, что обычные люди могут не понять его. И когда я пришел и поклонился его лотосным стопам, я был привлечен его лотосными стопами. И вот Гуру Чаран, когда я увидел лотосные стопы Гурудева, я почувствовал, что какой-то свет исходит с этих стоп. И Шрила Прабхупад рассказывает о своем собственном практическом опыте, когда он посмотрел на лотосные стопы Шрилы Гуру Кешаванадас Бабаджи Махараджа Парамахамса, я увидел его великолепие и свет, который исходил из этих лотосных стоп. Я не мог смотреть. Как, например, вы пытаетесь посмотреть на солнце в полдень, то вы зажмуритесь, это очень ярко. И также, когда я посмотрел на лотосные стопы моего Гуру Падмы Парамахамса Ачарьи, то я не смог смотреть дальше, так много света исходило от него, и этот свет даровал мне силу своим, поскольку эти лотосные стопы Гурудева не самосияющие, и когда я почувствовал их великолепие, то я буквально сошел с ума, я почувствовал себя беспомощным. И где же эти стопы Гурудева, а я падшая душа, кто я в сравнении с ним, и это чувство развилось в моем сердце, и я почувствовал, до этого я думал, что я великий пандит, я думал, что я происхожу из какой-то известной семьи, и я думал, что я очень красив, но когда я посмотрел на лотосные стопы Гурудева, мне стало стыдно. Я почувствовал стыдобу, и я почувствовал, что я никто, что я не имею никакого значения вообще перед ним. Где же этот великолепный Гуру Кешаванадас Бабаджи Махарадж? Где же я, падшая душа? И вот вы должны почувствовать, что такое Гуру Даршан. Мы пытаемся как-то играть, как-то несерьезно себя вести перед Гурудевом, но пытайтесь почувствовать это все. И вот Шрила Прабхупад сказал, я был привлечен его величием. Я не думал, что его измерить как-то, или как он высок, широк, красив, какое образование у него. Это не Гуру Даршан. И то, что сказал Шрила Прабхупад, то, что сделал Шрила Прабхупад, наивысший пандит в мире Шрила Прабхупад, он получил посвящение у Парамахамса Ачарьи Шрилы Гуру Кешаванадас Бабаджи Махараджа, который в материальном отношении вообще не был образован. We are playing in the name of Hari Bhajan, in the name of Guru Karan, Shishya, Guru, all we are praying again. So try to feel this. Я по вашей милости могу говорить харикатху, если вы все благословите меня, чтобы я помнил эти сокровенные темы Шрилы Прабхупады, которые показаны Шрилы Прабхупадой. Это не мои качества, это великолепие его милости. Только по милости Шрилы Прабхупады я говорю. И вот смотрите, Шрила Прабхупад, он говорит, Гуру Чаран, они самосияющие, никто не может измерить Гурудева, как он широк, длин, или там сколько учеников у него, там, или еще что-то, какие-то материальные качества. Кто-то думает, что у кого-то мало учеников, и нет толку принимать посвящение и прочее. И вот когда люди игнорируют Парамахамсу, эти Парамахамсы радуются,
что никакие материалисты не будут отвлекать их. Shown by Prabhupada, I can go on speaking. It is not my good capacity. All your blessing. It is the excellency of all your blessing that when I sit, I can speak. It's the mercy of Prabhupada. So you see, по наставлению Бхагавана Шри Кришны, Шанкарачарья начал проповедовать Майвадбхашью. А почему? Потому что Господь сказал, для тех демонов и ракшасов я не могу давать им бхакти нектар, и поэтому иди и очаруй их. So I should not go this way. So when material people are going to ignore Paramahansa, then Paramahansa they are dancing, very very good. It is the success of врати их от меня, чтобы они чтобы они отвернулись от меня. Я не хочу, чтобы всякие бесполезные люди приходили ко мне. Это мой успех. Успех моего баджана. Если люди думают так, как Гоукишор Баба, он когда он повторил Харинаму в туалете, то его умонастроение было такого, что люди, пускай приходят, но видя, как я себя веду, они будут меня игнорировать, у меня будет больше времени для баджана, и это есть успех моего баджана. И вот говорить о себе как о великом ачарье, это не то, чему учил Прабхупад. А мы должны следовать тому, что дал нам Шриман Махапрабху и Шрила Прабхупад. Если мы не будем следовать им, а будем следовать своему беспокойному уму, то одни проблемы возникнут. So the mood of idealism, Prabhupada Padma, if I вдохновляюсь им, то я это есть его настоящая проповедь. И вот эта молитва Прабхупады Сарасвати Пада. It is not the success of my bhajan that I can put advertisement in front of you. False advertisement. To show I am a big acharya. Привлекать какими-то непонятными вещами, вы должны избавиться от влечения и отвращения к этому материальному миру. И в киртанах есть такие слова также. Your separate procedure can throw you into the ocean of misery, as you are watching already. Your society in the ocean of misery. Достиг успеха в своей жизни. Почему? Foolish. You are preaching. This is called preaching. И вот Гурудев хотел дать нам некий великолепный объект, к которому мы должны стремиться. И вот сегодня я вспомню, какой идеализм, какое смирение, какой баджан был показан Гурупад Падмой, и вот что он чувствовал. И вот что я почувствовал, какое-то чувство в моем сердце, я понял, что мне не нужно стремиться к материальным вещам, а нужно служить лотосным стопам этого Парамахамса. Много материальных ачарий хотели оскорбить Шрилу Бхактипрамодапури Госвами Махараджа. Много материалистических ачарий они хотели оскорбить Шрилу Бхактипрамодапури Госвами Махараджа. Многие саньяси его оскорбляли и прочее. My Guru Maharaj wanted to show me some excellent, object, idealism, so that I can feel some attraction. So today, I can remember what kind of idealism, what kind of humble attitude, what kind of, bhajan. Смирен, может, они правильно говорят, я бесполезный. Когда один ачарья с Кулирданги сказал, что Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он Каништа Бхакта всегда занят каким-то поклонением божествам, ягьям и прочим, и какие-то преданные услышали, и плача пришли к Гурудеву, сказали, что вот такой человек, он, точнее, такой Махарадж, вот ачарья сказал так у вас. И он сказал, что вы Каништха Бхакта, и мы чувствуем себя плохо, и плачем из-за этого. И Гурупад Падма засмеялся. Я думал, что мне вообще никакого атхикара
нету, но смотрите, он утверждает, что я достиг хотя бы конечного от Атхикара. Я думал, у него вообще никакого Атхикара нет. И вот смотрите, насколько смиренен Вайшнав. Это у монастырей настоящего Вайшнава. And this Maharaj Acharya is speaking this way about you. What he is speaking? He is speaking you are Kanishtha Bhakta. So we are feeling very bad, we are crying. Guru Prabhupada is laughing. Arre Maharaj, I thought I have no position. At least you should pay dandavat to him. He is going to allow some position to me. Ничего хорошего в этом не будет, и умные люди поймут, что на самом деле это только мы потерпели неудачу. И те, кто заинтересован в баджане, они будут смотреть на главные вещи. И вот почему я советую кому-то не идти в Гаудия Матхи, в Гаудия Миссия, по той простой причине, что если люди пойдут туда, то увидят наше плачевное положение и не вернутся. И вот из Бхагавад-гиты есть такая шлока. You know, external appliances, but those who are really interested about bhajan, they can watch some vital points. Otherwise, they cannot go. So why I am giving advice, don't go to Gaudiya Mission, Gaudiya Math, because then people can discover my naked picture. That is the only reason. So now I go back to принципов и принципов и ограничениям, но получить бхакти не так просто, как кажется. И вот в этой шлоке говорится, что to dry up your all material sense organs, you are following some material procedure, you are going to control your prasadam, your sleeping, so many things. But то есть если мы слишком привлечены к чему-то или испытываем какое-то отвращение к чему-либо, то эти вещи не плохие. То есть мы не должны отвращаться, ненавидеть что-то, либо привлекаться к чему-то. И это зовется юкта, юкта-вараги таким гармоничным отречением. This is the procedure of that юкта-вайрагья. Non-nirvinno nati-shakto. Not feeling dry vairagya. Non-nirvinno nati-shakto. Беспристрастно относиться ко всему и Кришна севай, чахай, принимать то, что благоприятно для Кришна севы, и отвергать то, что неблагоприятно, если все, что приходит, нам нужно думать об этом, что if Mataji coming, very beautiful Mataji, I should think she is a representative Radharani. Why again that? Hey, go away from me! I am feeling attraction for you. And this is not actually Bhajan. Why? Мы тоже должны занять ее Кришна Севи, а не выгонять прочь. Из-за того, что мы чувствуем лечение к ней. И вот те, кто находится в отреченном укладе жизни, особенно саньяси, это особое наставление Кришны, что те, кто принимает саньясу, они должны относиться ко всем творениям в этом мире, как к своим детям. Если какие-то матаджи приходят, то саньяси должны относиться к ним как к своим детям. И поэтому, почему вы чувствуете какое-то отвращение к чему-то, это всего лишь доказывает вашу материальную слабость. И вот so that you can get control over sense organs. Yes, no man, no man, no. This way you can never get control over your sense organ.
But it's an automatic factor. If you follow this yukta vairagya, то есть просто сухое отречение этого мало. Но если вы будете следовать процедуре юкта вараги, то вы вскоре обнаружите, что все ваши органы чувств, включая ум, они под вашим контролем. И вот такая процедура, показанная в Гите, Шри Кришна говорит. И вот в Шримад Бхагаватам Махапуране эта шлока говорится, кто может стать успешным в бхакти-йоге, тот, кто не чувствует влечения или отвращения к чему-либо, он думает, что все исходит из Кришны, и все можно занять в Кришна-бхаджане. И мы можем занять это все в Харибаджане, только Матсарджу мы не можем, это Матсарджа. То есть любые плохие качества можем занять в Харибаджане, вот кроме Матсарджи. Это jealousy, зло. Как не зависть, а вот как ее, зло. They should be out of this quality. I mean, they should nirma saranam satam. Those who are sadhu, real sadhu, have no jealousy for anything, anybody. They are allowed, they are qualified to follow this Bhagavad Dharma in toto, scientifically. So now, Vishwaya Vinivartante Niravaharasati Hina Raso Varyam Raso Pasya Param Nishtha Nivartante. If you are going to get some rasa, if somehow вот, by the mercy of Guru Varga I can получаем какую-то расу, то по милости Гуру Варги я могу показать вам наивысшее. А вот ревность нельзя в Харибаджане занять. Ревность, зависть, ревнивость. И вот без расы все дживатмы, они получают расу, материальные люди материальную расу получают. Это исказанное отражение той материальной расы, но так или иначе все они получают расу. Без расы они не будут стремиться ни к чему. И вот они стремятся к каким-то расам, но эти расы, они материальные. Но если мы... Я могу вам показать какую-то прекрасную пракрита, трансцендентную расу. И если я могу привлечь вас этой расой, и вы осознаете, что эта раса настолько великолепна, что ничего материального вам не нужно. И я один материальный пример приведу. И вот те, кто эти пчелы, они не, на испражнения не садятся никогда. Эти пчелы везде садятся, но не на испражнения, такого никогда не случается. Мухи, наоборот, только вот на испражнения и садятся, чтобы поесть от них. Вот смотрите, это такое разница между ними. Пчелы, они привыкли к чем-то возвышенным питаться, нектаром, медом, а мухи вот только испражнения и поедают. И вот, пример с лебедем. Лебедь, он всегда ест что-то хорошее, такие какие-то изысканные вещи, например, сердцевина лотосов, а обычные утки едят всякую гадость, которая в этих водоемах есть. Если вы попросите утку отправиться на Манасаровар, то утка скажет, что же там делать. И после этого вы попросите еще раз, что скажете, что вы там в Манасароваре. Такое прекрасное место, такая прозрачная вода. А утка скажет, а червяки есть там? А какие червяки? Это же Манасаровар, там стебли лотосов есть. И утка скажет, что не надо, мне и тут хорошо. Летите сами в ваш Падмасаровар. И вот и так и это состояние материальных людей. Этот прекрасный пример, который может вам... Вот этот пример...
чтобы как эти мухи на испражнениях сидят всегда, а на цветах не сидят, а вот пчелы никогда не садятся на испражнения, только на цветы или какие-то хорошие вещи. И вот Кришна говорит, что если вы хотите победить ваши органы чувств, но будьте внимательны. Если вы будете слишком обуздывать, то эти органы чувств, они сбросят вас и скинут в океан материальных наслаждений. А что же делать? Нужно следовать вот этой процедуре. Я уже говорил из Гиты. И вот когда вы смотрите на какую-то великолепную расу, то автоматически вы оставляете какие-то плохие расы. Это автоматически происходит. Если вы что-то высшее получили, то вкус к низшему, он автоматически проходит. Это зовется юкта-вараги. И вот Прабхупада Сарасвати Пад, Шрила Прабхупад говорит, это просьба нашей Гурваги в лице Прабхупада Сарасвати Пада. Вот эти слова. Хе садаву сакалами бабихая дура Чайтанна чанда чарани курутану рагам Чайтанна чанда чарани курутану рагам. This is the procedure. Prabhupada advising, like Prabhupada on the Это процедура, которую советует Шрила Прабхупада, как Прабхупада Сарасвати Пад, мы должны следовать этой процедуре. Если мы следуем какой-то технике, чтобы люди попали в ловушку Харибаджана, то это не настоящая проповедь. Some people, okay, I can arrange your marriage with foreign lady. You can come and take the car from me. I can give some money for you to do business. Люди, которые привлекают людей какими-то посторонними вещами, чтобы они совершали харибаджан, то это не проповедь, и такие гуру не гуру, а какие-то торговцы. Прохлад никогда не давал нам таких примеров, когда Нарисим Хадев спросил Прохлада: «О, Прохлад, возьми что-то от меня, проси благословения, любое, какое хочешь». А Прохлад сказал, что я твой слуга, без которого служит ради твоего блага, твоей радости. Также смотрите, гопи, они плачут перед Кришной, они ищут Кришну. What is the meaning? Ho Suratanath, Ho Krishna, Ho Suratanath. И какое значение о Кришна, о Кришна? Суратанат – это глубокое значение этого слова, оно к Расататве относится, это он самый… Суратанат значит лучший из героев. Тот, а мы не твои платные слуги. Мы твои слуги, но не которые работают за зарплату. Мы ум, тело и речь посвятили тебе без какой-либо зарплаты. Я уже говорил, что те, кто служат Гуру Вайшнавам и Бхагавану, и надеются что-то получить взамен, говорят, что если будем служить, потом после смерти сделайте нас своим ачарьем, тогда будем служить. Но такое отношение – это просто торговля, а не служение. И много таких людей, которые со своего служения хотят получать зарплату. Кто-то пенсию хочет получать, кто-то еще что-то, что после совершения служения.
If they get some benefit, they can serve. Хотят какую-то какую-то зарплату или пенсию. Но мы такие. Мы участники Гаудиматха, те, кто служат Господу ради Его самого, а не ради зарплаты. You are foolish, actually, number one. You don't know, nothing about the glories of Gaudiya devotees. You have not seen, even as I think so. Or even if you have seen, you are blind, so you could not see properly. So this is the Siddhanta, actually. So actually, if you are going to follow this procedure, technique, если мы будем следовать этой процедуре, этой технике, so if you are going to follow this procedure of yukta vairagya, then you can come out successful, no doubt. So you see, Prabhupada speaking, we are interested to follow the same procedure. Если мы будем следовать юкта вараги, то мы достигнем успеха. Еще до Прабхупад говорит, что мы хотим следовать тому, чему показала нам наша Гурвага Махаджана Патасапанда. И мы должны помнить, что Сочитание Дев, Сочитание Махапрабху, он наивысший гуру во всей истории человеческой цивилизации. Сочитание Дев, он гуру, величайший гуру всей Вселенной, и он хочет показать нам наивысший идеализм, наивысший пример его ачарьятвы, его. И вот в Шри Чайтанья Чайтамрите мы должны следовать этой процедуре, как очистить сердце обусловленной души. Не пытайтесь начать расататвы Махапрабху, он говорит в этой шлоке, что во всем мире, весь мир, он в огне, но Парамахамса Садху, он не находится в этом огне. Вишвапурнам Сукхаяте, весь мир, он его... So cheta darpana marjanam bhava mahadavagni nirvapanam seya koiruva chandika vidharanam vidyavadur jivanam. Махапрабху вот эту штуку говорит для начинающих. И в ней говорится, что весь мир он объят огнем. Yes. Param vijayate Sri Krishna Sankirtanam is the only slogan we have. И вот Param vijayate Sri Krishna Sankirtanam это единственный слоган Гаудия преданных Гаудия Матха. Преданных Гауди. И вот Шрила Прабхупад говорит, мы должны следовать процедуре, показанной Прабхутанандой Сарасвати Падом. И вот мы не можем ложно. Без цели никто не может следовать чему-либо. И вот обязанность ачарьи, я много раз говорил это Сиддханта Шрилы Прабхупады, единственная обязанность ачарьи – это защищать Сиддханту. Нет ничего иного. Мы не заинтересованы в каких-либо других качествах ачарьи. Это его единственная обязанность. Это защита учения. So you see, Чето Дарпана Марджанам, и вот смотрите, Чето Дарпана Марджанам, мы должны следовать этой процедуре через Анукиртан. И мы должны являть свое смирение преданности, тогда Анукиртан возможен, иначе. Анукирта значит «Анугати мой киртан». Если вы не смиренны, то если вы не находитесь в Анугате, то киртан, который исходит от вас, он неправильный. И вот если нет Анугати, то Анукиртана не получится. И вот это совет Шрилы Прабхупады, то, что мы должны совершать Анукиртан. Мы всегда должны помнить, We are only going to follow this procedure.
Мы следуем этой процедуре шраутования. Мы подобны почтальонам. Шрила Прабхупад говорит, шраутование Баху. Мы несем шраутование в нашей корзине. Actually acting as мы подобны почтальонам. Почтальон, он просто раздает те письма, которые пришли, его обязанность раздавать, передавать эти письма нужным людям, нужные письма. И Шрила Прабхупад говорит, что мы исполняем указания нашей Гурварги, мы несем на нашей голове в корзине наставления нашей Гурварги, и мы должны распространять их. И наши личные, наша личная ложная эго не может находиться здесь. Мы не можем сказать, что я великий проповедник, я проповедовал по всему миру. Это плохо говорить о себе так. Первое наставление Шрилы Прабхупады в том, что у нас нет никакого, чтобы не было у нас никаких вариантов выражения беспокойства и ложного эго. Мы не должны являть это. Мы должны всегда помнить это перед тем, как начать проповедовать. Никакого тщеславия не должно быть у нас. Никакой суеты. Иначе мы очень быстро попадем в ад. И также Шрила Прабхупад говорит, когда мы начинаем проповедовать, то мы находим каких-то уважаемых людей, они наслаждаются своим уважением, и мы находим каких-то великих докторов, политиков, каких-то лидеров общества, каких-то ученых, профессоров, но мы не должны оскорблять их. Шрила Прабхупад говорит, когда мы проповедуем в этом материальном мире, будьте осторожны, их сердце очень чувствительно, если они почувствуют, что мы не оскорбляем их, то мы не сможем их освободить. Я пример приводил, как кто-то ловит рыбу сетью, то смотрите, они эту рыбу чем-то привлекают, какой-то приманкой рыба приплывает, плавает вокруг этой приманки, и эти рыбаки так тихо, спокойно ловят эту рыбу сетью, и мы должны быть очень умны, мы не должны выражать такой бесполезной этой процедуры. Мы должны знать, что материалисты все, Матаджи, Питаджи и все остальные, мы не должны оскорблять их. Их сердце очень чувствительно, если они увидят, что мы оскорбить их хотим как-то, но спасти мы их не сможем. И поэтому мы должны следовать этой процедуре, показанной Шриманом Махапрабху, Прабхуданандой, Гуру Кишвара, Бабаджи Махараджем, Шрилой Прабхупадой. И вот Шрила Прабхупад говорит, и вот когда мы едем в какие-то другие страны или в своей стране, и вот или куда-то мы на запад, ну, в общем, не важно, куда бы мы ни ехали, то мы будем встречаться так или иначе с людьми, с уважаемыми людьми в обществе. Но, смотрите, мы не должны оскорблять их никак. И не стесняться выражать должное почтение им. Они ожидают это получить, и оскорбляются, если не получат. И это уникальная техника проповеди Шрилы Прабхупады. Как, например, была Харикатха каждый месяц в Калькутте, в Гауди Миссии. Я говорю о Гауди Миссии, о миссии Шрилы Прабхупады. Не та Гауди Миссия, которая сейчас, что случилось с ней после развала. Какие-то люди могут так подумать. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы выражаем почтение всем и не пытаемся
ожидать почтения взамен. А если даже такое приходит, то это почтение мы должны передать Гурудеву. И любая лапха пуджа пратишта, которая приходит в нашу жизнь, то никакого осквернения не должно быть. Это называется Гуру Крипа, то есть все слава, почесть и уважение, которое приходит к нам, мы должны передать это Гурудеву, от своему учителю, своему Гурудеву, и так это дойдет до Кришны. И вот была техника Шрилы Прабхупады приглашать каких-то важных людей в этом обществе, иногда какого-то великого профессора, иногда какого-то ученого, иногда какого-то знаменитого адвоката, но это не умонастроение Шрилы Прабхупады, чтобы он это делал не для того, чтобы стать знаменитым. Какого-то сэра Андерсона приглашал даже Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад сидел тоже там в кресле, говорил Харикатху очень таким прекрасным образом. Но смотрите, Шрила Прабхупад внутри, он гопи манджари, но снаружи как какой-то... как какой-то великий человек, духовный герой, и я никогда не видел никого, кто бы мог бы, кто бы сравнился с Шрилой Прабхупадой. И вот Шрила Прабхупад приглашал каких-то знаменитых людей, уважаемых людей в обществе, они приходили, посещали Сачитани Матхи или Гауди Миссию, говорили Харикатху перед Анкамилых Прасадам. Иногда даже случилось такое, что Шрила Прабхупад заказал в каком-то ресторане какую-то еду для каких-то гостей, его последователей. Шрила Прабхупад, имеется в виду, последователи не поняли. Они подумали, зачем из Гранд Истан Хотеля какую-то еду заказали каким-то гостям. И Шрила Прабхупад сказал, что для настоящей проповеди с читанием Вани я могу снизойти на любой уровень, поскольку я следую Юкта Вайраги. Кто-то может критиковать. Кто-то может критиковать, но умонастроение. Гурварги, как они поймут, великолепие в их сердце. И вот Шрила Прабхупад обычно говорил Харикатху перед ними. И вот также Шрила Прабхупад одевался иногда в этот в английский костюм, и Шрила Прабхупад хотел показать нам, что такое настоящая проповедь. И вот будьте осторожны, это настоящая совершенная сиддханта. Прикасаясь к Бхагаватам, я могу пообещать вам, что настоящая проповедь была совершена Шрилой Прабхупадой Бхакти Сиддханта Сарасвати. Настоящая проповедь была совершена Шрилой Бхактивинода Такуром. Они заложили основу успешной проповеди. Шрила Прабхупад говорил в различных сенатах, университетах, каких-то уважаемых местах, как в Бенарес Хинду университете, например, перед какими-то уважаемыми людьми, если уважаемые люди не будут следовать культу Шрилы Прабхупады, то как мы можем ожидать, что обычные люди будут следовать? И вот это была техника Шрилы Прабхупады. Он иногда приглашал правителя Бенгала, и Мадав Госвами Махарадж тоже. И в этом материальном мире Шрила Прабхупад приглашал также каких-то известных ученых на свои собрания. Это была такая техника Шрила Прабхупада.
We can give honor to them, mala, garland, everything. И вот они выражали им их соответствующее должное почтение. И вот мы внешне мы выражали им почтение, но внутри своего сердца мы должны быть осторожны со своим Харибаджаном. Мы, конечно, выражаем почтение, гирлянду, просад предлагаем этому человеку, но это не значит, что мы принимаем его общение, общение этого материального человека. Мы можем приглашать каких-то важных людей, но общаться с ними не нужно. Они не должны никак влияние на нас оказывать. Мы, поскольку если мы получили милость Шрилы Прабхупады, то как они могут изменить нашу жизнь. И вот в своем положении мы должны быть очень стойки. И вот Шрила, это была техника Шрилы Прабхупады, что он приглашал каких-то важных людей. Он давал им какое-то почетное место и гирлянду и прочее, но внутри своего сердца Шрила Прабхупада он находился в Вриндаване и служил Кришне. И Шри Чайтанья Махапрабху. Он служил Шри Чайтанья Махапрабху в другой форме в Навадвипдхаме, и также Шрила Прабхупада был занят так своей проповедью, и он исполнял указания Шримана Махапрабху согласно этой шлоке. И вот настоящая проповедь была совершена нашей Гуру Варгой Шрилой Прабхупадой, Бхактивинода Такуром, Бхакти Прадьяп Тирта Госвами Махараджем, Бхакти Хриды Бондев Госвами Махараджем. И вот Госвами Махараджем, если вы не верите мне, пожалуйста, не убегайте, у меня нет настроения спорить, я обещаю. И вот я хочу показать вам настоящий путь, если вы не поверите мне, идите изучить их лекции, если вы думаете, что я пристрастен к чему-то, нет, я прикасаюсь, я хочу прикоснуться головой ко всей Гурваге, у меня нет никакой политики в моем сердце, но если вы не верите, я могу показать. Вот, качество их лекций, как Бондев Госвами Махарадж говорил перед королевой Элизабет, как Госвами Махарадж говорил, если вы будете изучать их лекции, вы увидите действительно, какая качественная харикатха. Они никогда не спускались на какой-то низкий уровень. Нет, такого не было никогда. Their procedure of preaching was so excellent. But that kind of preaching procedure also good. И вот эта проповедь, она хороша, но если если мы возгордимся чем-то и сможем пасть, то это плохо. И вот если вы не верите мне, вы можете изучить то, те лекту Харикатху, которую говорила наша Гурварга. Есть вот книга такая, мои лекции в Англии и Германии, Бондев Госвами Махараджа. И там можно увидеть то, что он говорил. И вот если кто-то говорит, что Гауди Миссия не проповедовала и была неуспешна в своей проповеди, то это не так. И наоборот, Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, он первая личность, он первый эффективный. И вот Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакур, он начал первым проповедовать на различных языках, на хинди, урду, бенгале, санскрите и всех остальных. Шрила Бхактивинода Тхакур, он писал книги и проповедовал. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он первая личность, кто начал проповедовать Шри Чайтанья Вани. Мы должны быть очень и очень благодарны лотосным стопам нашей Гурварги. Если мы нарушим это правило 13, то тогда Майя Деви, она скинет нас в океан страданий, в ад. Будьте осторожны. И вот
когда мы отправляемся на Запад для проповеди или в другие места, мы можем встретиться с какими-то уважаемыми людьми, мы должны выразить им свое почтение и не стесняться выражать почтение, и также нашей простосердечностью, нашей простотой, нашим высоким мышлением, нашим этикетом, нашим характером они автоматически привлекутся, и проповедь станет успешной в нашей жизни. И вот мы должны всегда помнить, что внутри своего сердца перед Катайни Деви мы не должны пытаться получить уважение от этого общества. Мы должны следовать процедуре гопи. Вот она в этой шлоке описывается. Аратхи Бхагаван. Шримад Бхагаватам Праманам Авалам Према Апамартха Махано Сри Чайтанна Махапрабхур Матам Идам Татрадхарам. Мы должны следовать этому. И также Шрила Прабхупад говорит, как Нитья Враджаваси, мы должны помнить эту шлоку. Мы должны помнить эту молитву гопи. И также вот эту шлоку. Гуписсаро бржо биласи жуганги, падме притинг бржоччанитарам, нирупадикам ме. И вот эта молитва, мы не должны забывать ее. Как Гаудия, мы должны всегда помнить это. Мы не должны забывать тот момент, когда мы забудем наше настоящее сварупа, наша цель, показанная с человеком Прабхупады, то мы станем обманщиком. Есть прачарак на бенгале, на санскрите прачарак и пратарак. Пратарак значит обманщик. И вот так можно стать обманщиком также. И вот, путешествуя по различным странам с корзиной абсолютной истины на нашей голове, мы можем встречаться с какими-то прекрасными или ужасными вещами, и влечение или отвращение не должно затрагивать наше сердце, и любое внешнее материальное великолепие, но не должно привлекать нас, но мы должны помнить, что если мы будем использовать это для Гуру Сева, это очень хорошо. Если мы не сможем использовать это для Гуру Сева, это подобно миражу майя. Мы должны всегда помнить об этом. Я знаю, весь мир может выражать почтение мне, но будьте осторожны, я на 100% не заинтересован в этом. И прикасаясь к лотосным стопам Гурудева и Шрилы Прабхупады, я говорю, что я не хочу, чтобы я не хочу, чтобы это все приходило ко мне. Если и придет, то я передам это моему Гурудеву. И Шрила Прабхупада говорит, мои друзья, те, кто собираются проповедовать на Западе, я хочу напомнить вам о двух шлоках, написанных Шрила Прабхупада Госвами Падом. Если вы забудете об этих шлоках, то тогда ваша проповедь не сможет стать успешной. И что за шлоки? Эти Махарадж говорил об этом раньше. И вот Шрила Прабхупада, вот эти шлоки. Нирвандаха кишча саммандхи юктам вайрагьям уччати. Прапанчикатая будхья хари саммандхи васвинаха мокшуви париттяго вайрагьям фальгу муччати. Фальгу коттатива муччати. И вот таким образом Шрила Прабхупада говорит, я уже обсуждал это, и мы должны понять значение этих двух шлок, которые могут показать нам мистерию юкта вайраги, иначе мы попадемся в ловушку майи. И также Санатан Госвами сказал такие слова, и это мы должны помнить всегда.
И последние наставления Веданты. Last advice of Vedanta, anavriti sabdat, anavriti sabdat, anavriti sabdat, anavriti sabdat. Мы должны помнить анавритти сабьят. I can stop my и мы можем остановить наш цикл рождения и смерти и воспевая славу Верховного Господа и Харинам. Мы должны помнить это всегда, иначе если мы не будем следовать Шиле Прабхупаде и Шиле Бхактивинода Тхакура, наша проповедь станет бесполезным, как этот коронавирус. И вот этот пример с коронавирусом, что если один заразившийся может заразить других, и также никаких таких заразившихся людей не нужно слушать. Лучше... То есть Махарадж имеет в виду, что избегать дурного общения очень важно. И вот я пытаюсь представить учение Шрилы Прабхупады, Гауди Миссии. Простите меня, если что непонятно. И это моя просьба вашим лотосным стопам. Рагурупа санатана кирти дарам дарани тала кирти тожива кавим кавираджана ротама сакша падам панамами сада прабхупада падам панамами сада прабхупада падам панамами сада Прабхупаду падам, ванча калпа дурвасе кипасенду бхавеша, патитанан бхавана бхавешна бьо намо намаха.